Кайрылдан қымбатты көрермен, хабар арнасында ТВ Бингоның 42-ші тиражы және сіздермен бірге Маржан Қазбаева. И Қалдыбек Жайсамбай. Доброе утро, уважаемые телезрители и игроки ТВ Бинго. Сегодня в прямом эфире 42-й тираж ТВ Бинго. Сегодня 23 октября. И я не случайно говорю эту дату. Дело в том, что именно сегодня, 23 октября, нашему любимому телеканалу «Хабар» исполняется 21 год. Хотим поздравить от всей души весь коллектив нашего любимого канала, пожелать здоровья всем членам телеканала «Хабар», успехов, процветания. Барлығын құттықтаймыз. Енді бүгінгі осы тиражды бастамас бұрын, әдеттегідей, сіздерге барлықтарыңызға біздің барлық логотипіміз туралы айтып өтейік. Бізде мынандай қызықты логотип бар. Ол сәттіліктің қанатты тұлпары деп аталады. Және сол логотиптан кейін, әдеттегідей, сіздерге енді тираждық комиссияны таныстыруды рұқсат етіңіздер. Итак, знакомим с нашей уважаемой тиражной комиссией прежде всего. Как всегда, председатель тиражной комиссии Милютина Елена Ивановна, ей первые аплодисменты, пожалуйста, поддержите нас, товаровед. Женя Тиражды комиссияның жауапты хатшысы Касимбаев Илья Салғатұлы, зангер. Уважаемые телезрители и игроки, скоро наступает самый волшебный, самый любимый, пожалуй, праздник в году, и мы подготовили для вас праздничные билеты «Бинго Новый год» серии 212. Так, билеты серии 212 стоимостью 300 тенге участвуют в 13 тиражах подряд, 12 предварительных и в заключительном новогоднем тираже. На билетах представляется штамп текущего тиража. Игроки, заранее позаботившиеся о приобретении билетов серии 212, имеют больше шансов на выигрыш. Денежные призы по новогодним билетам разыгрываются в специальном розыгрыше на предварительных тиражах. Выигрышные билеты также продолжают участвовать в последующих тиражах, включая новогодний. Главный тираж года состоится 8 января в воскресенье в 9:00 на телеканале «Хабар». Обладатели счастливых билетов, выигравших несколько раз, получают суммарную стоимость всех призов после проведения новогоднего тиража. И сегодня состоится очередной предварительный розыгрыш. Сондықтан да мұқият болыңыздар, жаңа жылдық билеттеріңізді дайындай отырыңыздар. Ну а сейчас хотим показать билеты, которые примут участие в сегодняшнем 42-м тираже. Это билеты серии 023 стоимостью 200 тенге. Следующая информация о том, сколько таких билетов продано на сегодняшнюю игру. Каков общий призовой фонд? Обо всем по порядку. Сонымен бүгінгі тиражға қатысатын билеттердің саны 66727. Количество участвующих билетов 66727. Жоспардағы жүлде қоры 6672700 тенге. Планируемый призовой фонд 6672700 тенге. Ал бингоның жүлде қоры 1401267 тенге. Призовой фонд бинго 1401267 тенге. Следующая информация о том, как можно проверить билет, на какой тираж вы его приобрели. Возьмите в руки билет, переверните на обратную сторону. Здесь вы увидите, допустим, следующий штамп. Смотрите внимательно, сейчас мы покажем вам крупно. Допустим, следующие цифры увидите. 26, 201, 42, 6. Первые две цифры – это индекс региона. 26 – это у нас Уральск. Следующие три цифры – индивидуальный код агента, по которому мы всегда узнаем, в какой торговой точке был продан ваш билет. И следующие две цифры, они как раз-таки обведены кружочком, это и есть номер тиража. Сегодня у нас 42-й тираж. И последняя цифра указывает на год 2016, шестерка стоит в конце, соответственно. Дәл осындай мөр екінші мүмкіндігі бар жедел лотереялардың билеттеріне ойлады. Бүгін ақшалы жүлделердің ойнатылына 42-ші тираждың мөрі бар, осындай мөрі бар билеттер қатысады. Ну, а теперь наш первый розыгрыш «Онлай ОТАС». Легкий выигрыш. Компьютер сейчас определит 4 последние цифры номера билета. Если они совпадут с вашими, скорее звоните в студию в Алматы. У вас будет возможность выиграть денежный приз от 10 до 50 тысяч тенге в прямом эфире. Сонымен, «Онлай ОТАС»-қа хабарласу үшін мінекей телефондарды көріп отырсыздар. Әзірге билеттеріңіздің соңғы 4 санын көрейік. 2-5, 2-8. 2-5, 2-8.
Мінекі сегіз үміткер бар бізде. У нас есть 8 победителей. Они, во-первых, каждый из 8 получает билет этого бинго на сумму 7000 тенге и возможность принять участие в прямом эфире в игре. Итак, звоните в студию. Код города 8727, номер телефона 354-0210. Оставьте о себе следующую информацию. Прежде всего, представьтесь, назовите, из какого города звоните, код вашего города, можете звонить с мобильного телефона и обязательно назовите контрольный номер вашего билета. Где он находится? Сейчас расскажем. Итак, серия билета 023, далее идет номер, по которому мы разыгрываем денежные вещевые призы. Простите, под вопросиками контрольный номер билета. Операторы наши свяжутся буквально в ближайшие 20-30 минут. А мы с Калдыбеком с нетерпением будем ждать ваших звонков. Восемьдесят лет назад в продажу поступила новая игра «Монополия». Экономическая игра, которая отлично развивает навыки стратегического мышления. Ну, кто не играл в детстве в «Монополию»? Я стул ойындарын кім ойнамады десеңізші, сол артур айтатын боламыз. Әзірге енді билеттеріңіздің соңғы үш саны бойынша 600 тенгеден ойнадамыз. Приступаем к розыгрышу денежных призов. Начнем 600 тенге. Будем играть по трем последним цифрам номера билета 3 раза. 5-2-1. 5-2-1. Надо же, 21 год. А кажется, только вчера это все было. 7-3-5. 8-1-2. 8-1-2. 192. Жеңімпаз бар бізде. У нас есть 192 победителя. Құттықтаймыз. Құмадосар, қаржылай жоспарлау және қаржы сараптама туралы қызықты ойындардың бірі, яғни үстел ойындардың бірі, ол ақша ағымы 101 деп аталады. Оны Роберт Киосаки ойлап тапқан екен. Және дәл қазір енді 600 теңгеден тағы да ойнатамыз. Билеттеріңіздің соңғы үш саны бойынша. И вновь на кону 600 теңге. Разыграем по трем последним цифрам номера билета трижды. 005. 005. 79. 739. 351. 351. 189. Жеңімпаз анықталды. 189 выигрышей. Барлығында құттықтаймыз. Құмбат достар, биржамен танысқыңыз келе ме? Ендеше брокер ойынын ойнаңыз, ол жерде немесе оның ресейлік нұсқасы бар акционер деп аталады. Ол биржалық жағдайды көрсете білетін үстел ойыны, соның барлығын сол жерден біле аласыздар. Ну а прямо сейчас на кону 800 тенге. Разыграем по трем последним цифрам номера билета 5 раз. Мухият Болгандар. 2-0-0. 2-0-0. 7-9-5. 7-9-5. 3-7-4. 3-7-4. 0-1-4. 0-1-4. 9-6-6. 9-6-6. 800 тенгеден 343 жеңімпаз ұтып алды. 343 победителя у нас в данном розыгрыше. Құттықтаймыз. Еще одна экономическая игра «Либертекс», задуманная как учебное пособие, нацеленное на развитие у играющих навыков грамотного управления собственными деньгами и их инвестирование в ценные бумаги, валюта, недвижимость, бизнес. Цель игры – максимально приумножить свой пассивный доход и первым скопить сумму, необходимую для приобретения мечты какого-либо дорогостоящего объекта. Өте қызық ойын екен. Мен де ойнағым кеп кетті тіптен. Дәл қазір енді билеттеріңіз соңғы үш саны бойынша 1000 теңгеден ойнатамыз. Давайте разыграем 1000 теңге. По трем последним цифрам номера билета 2 раза. 6-6-3. 6-6-3. 9-3-5. 9-3-5. 127 жеңімпаз бар. 127 выигрышей. Мы всех поздравляем. Тағы бір үстел ойыны бар, ол Манхэттен жобасы деп аталады. Бұл ойын экономикалық болып есептеледі. Онда кәсіпорынды басқару үйренесіз, яғни бастық болуды.
Итак, на кону следующий денежный приз 2000 тенге. Будем играть два раза по трем последним цифрам номера билета. Мухият Бонгзар, 2000 тенгеден билеттеріңіздің соңғы 3 саны бойынша. 560. 560. 198. 198. 144 жеңімпаз бар. У нас 144 выигрыша. Құттықтаймыз. Очередь. Польская настольная игра, в которой воспроизведены трудности, связанные с нехваткой товаров при социалистическом режиме. Игра, разработанная Польским государственным институтом национальной памяти и создана как учебное пособие, цель которого повысить осведомленность польской молодежи о новейшей истории страны. Керемет ойын тіптен. Ал дәл қазір енді билеттеріңіздің соңғы 3 саны бойынша 3000 тенгеден ойнатамыз. На кону 3000 тенге. Мы желаем удачи всем нашим игрокам. Сегіз, төрт, алты. Восемь, четыре, шесть. 72 жеңімпаз барлығы да 3000 тенгеден ұтып алды. У нас 72 победителя, выигравших 3000 тенге каждый. Құттықтаймыз. Қымбат достар, дәл қазір енді сіздердің назарларыңызға біз жаңа жылдық билеттеріміз туралы айтып өткіміз келеді. Ол билеттердің сериясы 212, құны 300 теңге. Олар қатарынан 13 тиражға қатысады. Олардың 12-сі алдын ала және соңғысы жаңа жылдық тиражда өтеді. Бірнеше мәрте ұтысқа ие болған бақытты билеттердің иелері жүлделерінің барлық қосындысын жаңа жылдық тираждан кейін, яғни 8-ші қаңтардан кейін ала алады. Әзірге енді сіздердің назарларыңызға олжа ұтыс ойынын ұсынамыз. 500 мың тенге, яғни жарты миллион тенге. Дәл қазір ұтып алатын адамды анықтаймыз. Мы приступаем к розыгрышу олжа, а значит, на кону 500 тысяч тенге. Удачи всем! Тройка должна быть в конце игрового номера. Соңында үш болу керек. Цифра 6. Алты саны шықты. Ноль должен стоять перед шестеркой. Ноль сама. Единичка выпала. Бір манекей шықты, және бізде жеті үміткер бар. Қандай сандар шығу керек екені көрініп тұр. Троечка нам нужна. Үш бізге керек. Және жеңімпаз анықталды мінекей. Жеңімпазымыз ол Астана қаласынан, билетінің сериясы 023, ал сандары 82 31 063. Астаналық көрерменіміз мінекей жексенбілік таңда хабардың 21-ші туған күнінде 500 мың теңге ұтып алды. Итак, победитель или победительница сегодня у нас из города Астана. Серия билета 023, а вот номер выигрышный 823-1063. Примите наше поздравление. Ну и такую же сумму в размере 500 тысяч тенге мы разыграем ровно через неделю в Олжа в следующем 43-м тираже. Соны күте отырыңыздар, әзірге енді сіздерге жедел лотереялар туралы айтып бергіміз келіп отыр.
Ұлттық лотерея өте керемет волшебная бирюза лотереясын шығарған болады, онда әрбір билет ұтысқа ие болады. Әр билет ұтысқа ие болу үшін жүлде қоры 62%-ға дейін көбейтілді. Бұл ойында 8 жүлде категориясы бар, 100-ден 100 мың теңгеге дейін ұтып аласыздар. Ал бас жүлде 5-еу, оның әрқайсысы миллион теңгеден. Сондықтан да осы лотереяда жеңіске жетіңіздер дегіміз келеді. Ну и без сомнения, наша самая популярная моментальная лотерея – это «Сокровище Казахстана». Помимо яркого интересного дизайна, в новых сокровищах две игры и 10 номиналов выигрышей – от 100 тенге до миллиона. Максимальных призов два, каждый по 1 миллиону тенге. Призовой фонд 54% выигрывает каждый четвертый билет. «Сокровище Казахстана» всегда с нами. Сонымен қатар ұлттық лотерея жазғы ойындар сериясына кезекті жаңа лотерея шығарған болатын, оның атауы «Алтын алма» деп аталады. «Алтын алма» скретч лотереясы, билеттегі ойын алаңдары алтын алма түрінде жасалған, билет жарқын өте әдемі. Бар болғаны 100 теңге тұрады, билетте 2 ойын бар, 9 жүлде категориясы бар, жүлде қоры 55%, әрбір 4-ші билет ұтысқа ие болады екен, 2 бас жүлдесі бар, әрқайсысы 800 мың теңгеден. Сондықтан да алтын алмада өз сәттіліктеріңізді тексеріп көріңіздер. Ну а теперь представляем вам моментальную лотерею «Асак». Цена билета 150 тенге на билете 2 игры. Выиграть можно от 150 тенге до 1 миллиона. Вас ждут два главных приза по миллиону каждый. Призовой фонд этой лотереи выше обычного, почти 55%. Выигрывает каждый четвертый билет. Попади, Асаком, в удачу! Ал дәл қазір енді бізге оңай ұтысқа хабарласқан көрерменіміз бар деп хабарлап жатыр. Ендіше сол көрерменімізбен 50 мың теңгеге дейінгі ұтысты ойнатуды талпынып көрейік. Сәлематсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Алло, доброе утро. Вы нас слышите? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня Александр зовут. Очень приятно. Из какого города звоните? Из Астаны. Замечательно. Как везет сегодня астанинцам. Правила наши знакомы вам, Александр? Да, конечно. Тогда не будем тянуть резину. Смотрим внимательно на экран, видим 5 видов лотерей, выбираем, которые вам нравятся, да. И смотрим, что скрыто под ней, какой денежный приз. Итак, покажите нам, пожалуйста. Первый вариант – это будет бинго «Новый год» серии 212. Сейчас покажут. Второй – это «Волшебная бирюза». Третий – «Сокровище Казахстана». Четвертый – «Алтын алма». И пятый – «Асак». Без билет пар. Маленький. «Сокровище Казахстана». Так, думаете, «Сокровище Номер три, да? Да. Троечку откроем. О, Александр, замечательно. Вы выиграли 50 тысяч тенге. Это максимальный приз из возможных. Сейчас вы в этом убедитесь. Были скрыты 10 тысяч, 15, 20, 25. Вам же достался куш 50 тысяч тенге. А также не забывайте, билет ТВ Бинго на сумму 7 тысяч тенге также достается вам и остальным семерым участникам. Большое вам огромное спасибо. Вам спасибо, что дозвонились, что играете. Удачи в дальнейшем. Спасибо, и вам также. Негізгі ойынды бастауға дайынбыз, бірақ біріншіден есеп-қисапқа назар аударайық. Мы подошли к основной игре, значит, самое время вспомнить отчеты. Бірінші қатысатын билеттердің саны 66727. Количество участвующих билетов 66727. Жоспардағы жүлде қоры 6 672 700 тенге. Планируемый призовой фонд 6 672 700 тенге. Жоспардағы, яғни бингоның жүлде қоры 1 401 267 тенге. Призовой фонд бинго 1 401 267 тенге. Дәл солай. Следующий отчет о джекпоте. Почти 25 миллионов тенге сегодня на кону. И сейчас расскажу более точно. Бинго плюс джекпот в полном составе можно будет взять, если бинго закроется до 34-го по счету выпавшего шара. Можно взять часть динамического джекпота на 35-м. Итак,
Общий фонд джекпота 23 511 652 тенге, а в сумме с бинго 24 912 919 тенге. Ал енді 34-ші жарға дейін сіздерде 15 сәйкестік түсіп 24 912 919 тенгені ұтып алуға тілектеспіз. Бұл біздің бүгінгі джекпот пен бингоны қосқандағы жүлде қорымыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Конечно. А может, в честь дня рождения телеканала Хабар кто-нибудь выиграет? И бинго, и джекпот. Бинго-то, соответственно, естественно, выиграет. А вот джекпот. Почти 25 миллионов тенге. Вот мы обрадовались. Итак, мы запускаем наш основной бинготрон. Желаем всем успехов и удачи. Сеттель Климс. Негізгі ойының алғашқы шарда жақындап келеді және оның саны 36. Номер 36 открывает основную игру. Бүгін естеріңізде салайық, 42-ші тираж. Және 23-ші қазан. Сонымен қатар, Хабар арнасының 21 жылдығы атап өтілуде. Екінші шардың саны 30. Номер 30. Былай айтқанда, бүгін мерекелік шығарылым десе де болады. Сондықтан да мерекелік шығарылымда сіздерге үлкен-үлкен қомақты жүлде ұтып алуларыңызға тілектеспіз. 14, бұл үшінші шар. Номер 14. Қалдыбек, а ты жевел за эти 21 год передач на нашем канале? Конечно, да? Конечно. Я помню. Сондықтан да бұл ортақ мерекеміз. Мне тоже вспоминаются те замечательные времена, когда мы вели утренние передачи с Алим Казахстан. Так что работать с утра нам не привыкать. Номер 48. Карксик занадцать. Ну давайте отметим еще один выигрышный номер и приступим к нашей любимой рубрике «Звездный час». Каргжи это сана. Номер 47. По статистике, чаще всего внушительные денежные призы в лотерее достаются постоянным игрокам. Справедливость этого утверждения на собственном примере доказал алматинец Серимбай Бектасов. Мы видим очередной выигрышный номер. Номер 12. На 39-й тираж игры бинго 2 октября он купил всего один лотерейный билет. Судьбе было угодно, чтобы единственный билетик принес своему владельцу 500 тысяч тенге. Серимбай Бектасов долгие годы работал простым рабочим. Из-за серьезных проблем со здоровьем он находится на инвалидности. Номер 54. Отметьте, пожалуйста, его. Но при этом не теряет бодрости духа, с надеждой смотрит в завтрашний день и горячо любит свою жену и сына. Серимбай играет в лотерею с 99 года. Сначала он брал по 2-4 билета на каждый тираж, однако высшие силы не проявляли к нему особой благосклонности. Никакие призы ему не доставались. Где он сегодня становится? Нас выпал номер 18. Мы такие без женипаза мы строили туда, мы сол вот стоял на шатираж, да? И конечно казангуна. Бешен деньги от Волган Булатан. Алинда, сол Серимбай Бектасов туралы дәл қазір айтып өтейік. Қалай жеңі болған екен? 87 саны түсті. 87. Серимбай сол кезде жеңімпазымыз тактикасын өзгертіп, хоббиіне кететін шығын едәуір азайтқан көрінеді. Соңғы жылдары ол айына 3 билет қана алып тұрды. Бұл әуестігінен толығымен бас тартуға шамасы жетпеді, ол өзінің жолы болып кететініне сеніп, жеңісті күнін күтіп жүрді. Бізде 53 саны түсті. Номер 53. Ойын нәтижесін ол тек сауда агенттерінен біліп жүрді. Ұтысы туралы біздің сауда агентіміз Фаузия Абилденовадан біліпті. Соңғы кездері билетті көбіне Қуанышбаев және Алтынсарин көшелерінің қиылысындағы дүңгіршектен сатып алып жүрдім деп біздің жеңімпазымыз әңгімесін жалғастырған болатын. Екі саны түсті бізде. Номер 2. Ол жерде үнемі күлімдеп тұратын Фаузия Саетовна жұмыс істейді дейді. Оның қолы сәттілік алып келеді. Сол бақытты билетті де маған сатқан сол Фаузия.
Ол 30 мен үшін керемет сыйлық болды. Әйелім мен ұлым қатты қуанып қалды. Егер менде мүмкіндік болса, одан да көбірек ойнар едім дейді. Келесі шардың саны 90. Номер 90 продолжает основную игру. Қазір отбасымызбен бірге джекпотты ұтып алсақ деп армандаймыз. Білесіздер ме, оны барлығы да армандайды. Тіпті Маржан екеуміз де. Әйтеуір бір күні оны ұтып аламыз деп үміттенемін дейді біздің жеңімпазымыз. Барлық ойыншыларға сәттілік тілегіміз келеді. Ойынның адалдығына күмән келтіретіндерге айтарым, менің оқиғамды оқыңыздар. Мен қарапайым адаммын, бірақ ұтысқа ие болдым дейді. 35 саны түсті бізде. 35. Мүмкін келесі жеңімпаз сіз боларсыз. Билет сатып алыңыз, сонда білесіз дейді жеңімпазымыз. Қырық бес саны белгілеп қойыңыздар. Номер 45. По 2-4 билета, когда брал на каждый тираж, особо удачно улыбалась нашему счастливчику Серембаю Бектасову. И когда он сменил тактику и брал не больше 3 билетов в месяц... Алты саны түсті бізде. Цифра 6. Ему повезло по-крупному. 500 тысяч тенге достались нашему победителю. Очень рада за эту семью. Поздравляем всех от души. Номер 75 выпал. Передаем большой привет семье. Серембаева. Я. Его супруге замечательной. И сыну. И вот они делятся своими впечатлениями и планами на будущее. Настроены они теперь на джекпот. 89 саны белгілеп қойыңыздар. Номер 89, а мы, в свою очередь, конечно же, желаем удачи этой семье. Раз Серембай находится на инвалидности, то, конечно, деньги в этой семье нужны. Арине. 43 саны бізде. Номер 43. Менің байқығаным, біздің жеңімпаздардың көбісінің өздерінің сүйікті сауда агенттері бар екен. Мысалы, да. Иә, Серімбайдың сүйікті агенті Фаузия дейді. Ал оның алдында бір оқиға да болған. Ну, ты представляешь, с 99-го года он играет, конечно же, есть свои определенные места. Агенты, к которым привыкаешь с годами. Номер 15. Со временем становятся уже друзьями. Делятся последними новостями. Ұтып алған кезде тіпті телефонмен хабарласып айтатын шығар, біздің сауда агентіміз. О, Серімбай, сен ұтып алдың. 80 саны түсті бізде. Номер 80. Знаешь, что самое приятное? Ведь наши агенты радуются так, как будто они сами выиграли. Они так искренне радуются за своих игроков, что именно с их рук был выигрыш крупный. Достался кому-то из наших игроков. Және одан кейін, ұтқаннан кейін билеттерін былай жасап қоятын жарыс төлдің басын бейді. Қағып-қағып. 25 саны түсіңізде. Номер 25. Мне очень понравились его слова. Кто не верит в честность игры, прочитайте мою историю. Я обычный человек, но мне посчастливилось выиграть. Быть может, следующий на очереди вы. 82 саны. Номер 82. Человек, выигравший сам по-крупному, от всей души желает такой же победы и всем остальным участникам игры. Бұдан артық қандай дәлел керек дейсің ғой. Біздің ойынның адалдығына. Тіпті аты жөнін айтып жатырмыз, қай жерде тұратынды айтып жатырмыз. Және өзде оқиғасын айтып беріп жатыр. Қарапайым адаммын, сеніңіздер. 83 саны түсті бізде. Номер 83. А вот другая история. А победительница, выигравшая 12 октября в моментальной лотерее «Совета Любовь» 100 тысяч тенге. Зовут ее Лира Иосифовна. Ей 86 лет. Она давно на пенсии, живет в южной столице и обожает покупать лотерейные билеты. У нас, кстати, выпал номер 11. Омбарсана. Лира Иосифовна пристрастилась к лотерее, как только в Казахстане появилась наша национальная лотерея. Она покупает билеты самые разные. И бинго, и моменталку.
Много лет она ждала крупного выигрыша, но ей доставались в основном небольшие денежные призы. Алпсторсана. Номер 69. А в бинго довольно регулярно предметы бытовой техники. Она стала обладательницей радиотелефона, пылесоса, тостера, кофемолки, а еще ряда других полезных вещей, которые потом дарила своим внукам и детям. Недавно одна из повзрослевших ее внучек объявила, что собирается замуж. Номер 78. И что уже идут приготовления к свадьбе. Лира Иосифовна крепко задумалась, что же подарить молодоженам. Из дома она практически не выходит, совершать походы по магазинам нет никакой возможности. Я напомню, Лире Иосифовне 86 лет. Ой. Номер 55. Елюбесана. Шар. Тоқтап қалды, бірақ қазір көмектесіп жібереміз. Юбилейный такой номер 55. Пусть катится к своим собратьям. Негізгі ойындарға жалғастырамыз. И тут ей в голову пришла такая идея – подарить выигрышный лотерейный билет. Но не простой, а специальный, свадебный. Кстати, у нас есть такой. Совет да любовь. Она позвонила в центральный офис национальной лотереи, который имеет службу доставки билетов на дом не менее 100 штук. Номер 64. И поинтересовалась, есть ли такая свадебная лотерея. Ей ответили, что есть такая лотерея. Называется Совет да любовь. Совет да любовь, деватлат, деда. Деп жауап берді. Сөйтіп сүйікті әжесі 100 билетке тапсырыс берді бірденен. 39-сан түсіп дейді башы. Номер 39. Сүйтіп біре 100 билет. Совет да любовь деп аталатын осы жедел лотереяны бірден алдырған көрінеді. Кеш бойы бір бума билетті қорғаныс қабатын ашумен айналысады. Онда 2000, 5000, бірнеше мәрте 150, 200, 500 теңгелік ұтыстар шықты. Бірақ Лира Иосиф қызы оған көңілі толмады. Сыйлыққа арналған 30 қомақты болуы тиіс деді. Сөйтіп, бізде 74 саны ұстайды, бақша? Да, номер 74. Сөйтіп, ол кеңсеге қайтадан хабарласып, біздің тағы 100 билет әкелсін деп талап еді. Лотерея қызметкерлері үлкен кісіге бұлай қатты өстенуге болмайтындығын айтуға тырысып еді, бірақ Лира апайымыз әкеліңдер деп қоймады. Сөйтіп, тағы бір кеш бойы ол қолына лупа алып, 100 билеттің қорғаныс қабатын ашып отырған көрінеді. 67 саны түсті бізде. Номер 67. Бір күннен кейін кеңсеге тағы да қоңырау шалынып, Лира Иосиф қызы 100 мың ұтып алғанын қуана хабарлапты. 100 мың оның ең үлкен ұтысы. Бізде келесі шар, оның саны 77. Продолжаем основную игру номер 77 и передаем привет родным близким. Өте ұзақ күтуге тура келді дейді. Лира апайымыз ақыры дегенде жеткен үшін өте қуанышты болыпты. Мұндай билетті тойға сыйлау енді ұят емес. Немересімен оның болашақ күйеуіне осындай сыйлық жасайтынына да қуанды. Мінекей осындай керемет оқиға Совет да любовь лотереясы. Достар, онда тағы да 4 ұтыс бар емес пе? Әрқайсысы 100 мың теңгеден. Сондықтан да естеріңізде болсын, 71 саны түсті бізде. Номер 71. Арасында да керемет сыйлық, лотерея және сыйлыққа беріп жатырсың, ол сол жерде выигрышты. Иә, үйлену тойында сызып береді. О, 100 мың теңге. 40 саны түсті бізде. Номер 40 продолжает основную игру. Так, это у нас, кстати, 34-й по счету выпавший шар. И у нас есть пока победители, их 7, кстати, по третьей денежной категории. Ну, очень приятно, что бабушка все-таки добилась своей цели. Жермек саны түсті бізде. Номер 22 продолжает основную игру. 2 түн бойы отырып алып, 200 билетті. Две пачки, 200 билетов. Там, конечно, были выигрыши по 150, по 200, по 500 тенге, но ей нужен был крупный выигрыш самый. И вот повезло, 100 тысяч тенге она подарила внучке. Выигрышный лотерейный билет. Вот здесь саны бар болса, белгілеңіздер. Номер 32. Вот что значит любящая бабушка. Немере, қызына, мінекей. 100 мың теңгелік ұтысты лотереяны. Иосифовне, от всей души мы желаем здоровья крепкого, как можно дольше быть в кругу своей семьи,
радоваться детям, внукам. Ну, а молодой семье счастье, благополучие. Алпсписана. Номер 65. Пусть живут долго. Және оларға совет да любовь дейсің ол. Ну да. Сексен алты саны. 86. Наши победители, о которых мы только что рассказали, уже предъявили свои выигрышные билеты. А вот обладатель 6 миллионов главного приза летней акции «Алтон Джаз» до сих пор не объявился. Напомним, счастливый билет был куплен в городе Алматы в лотерейном киоске на углу улиц Халдаякова и Жибекжола. Жермажита Санатиса. Номер 27. Дорогие алматинцы и гости Южной столицы, если вы забыли о своих билетах «Алтон Джаз», найдите их, пожалуйста. 6 миллионов тенге выиграл билет «Алтон Джаз» серии 031. Номер выигрышный 0196066. Сексен бір саны бар болса белгілеңіздер. Номер 81. Если вы приобретали билеты на пересечении улиц Халдаякова, Жібек, Жолы, билеты на наш праздничный тираж «Алтон Джаз», найдите, пожалуйста, проверьте. Мен ойымша, билетін жоғалтып алған секілді бір кісі. Ну все, может быть. Мүмкін, иә? 6 миллионов тенге мы разыграли на покупку квартиры. 46 саны түсті. Номер 46. Так, 92 выигрыша по третьей денежной категории, 7 билетов выигрывают по второй денежной категории. Говорить о джекпоте уже не приходится. На кону только приз бинго, но и он составляет 1 401 267 тенге. Жермаса на сорде. Номер 20 продолжает основную игру. Енді 15 сәйкестікпен жеңімпазымызды күтудеміз. Ол... 1 миллион 401 267 тенге ұтып алу мүмкін. Немесе жеңімпаздарымыз ол кезде бұл ақшаны бөлетін боламыз. Қанша жеңімпаз бар? Соның барлығына. 14 сәйкестікпен 13 жеңімпаз бар бізде. Әзірге 84 санын белгілей отырмыз. Номер 84. Дорогие друзья, посмотреть запись тиража вы можете в любое время на сайте национальной лотереи kazloto.com. Это можно сделать с планшета или смартфона. Также смотрите нас онлайн на сайте телеканала Хабар или через мобильное приложение. Ссылка на него также есть на сайте Хабара для iOS и Android. Жирма Борисана, 21. О, бинго! Ура! Жирма Берсана Цста, Джани Жимбаза Нахталда, Анна Керемет. Так, бинго сегодня сложилось на 44-м по счету выпавшем шаре. Номер 21 принес таки крупный выигрыш своему обладателю приза бинго, крупную сумму. Но к ней мы еще подберемся, а пока давайте посмотрим, сколько победителей. А из какого города изначально? Счастливчик. Жимбазмза Ахтау Галасан Экен, билетный серия Сенуэль Жирмш, Алсандара, Сегас Бр, Брика, Сегас, Сегас, Сегас. Выигрышный билет из города Актау, серия билета 023, номер 8112888. Здесь бинго сложилось на первом цветном игровом поле 25 раз. Сегодня 26-й бинго отправится в Актау. 4 раза выигрывали даже джекпот в Актау. Актаудың қай жерінен сатып алынған екен, қазір көреміз. Замечательный город. Ну, Актау, скорее всего, узнает, где это. Лотерея сататын жер. Так, ну а теперь давайте посмотрим сначала, сколько победителей по категориям. Қанша жеңімпаз бар екен, үшінші дәреже бойынша жеңімпазымыздың саны 216. По третьей денежной категории, где совпали 13 номеров, у нас 216 билетов. 14 сәйкестікпен жеңген жеңімпаздардың саны 26. Вторая денежная категория, это 14 совпадений. Здесь 26 билетов выигрывают. Ал 15 сәйкестік болып бингоны ұтып алған жеңімпазымыз біреу, ол және ақтаулық. Бинго! Один счастливчик, и живет он у нас в городе Актау. Кто сколько выиграл? Мінекей, үшінші дәреже бойынша бізде 2162 тенге. По третьей денежной категории выигрыш 2162 тенге. Ал екінші дәреже бойынша 20531 тенгеден ұтып алды. По второй денежной категории выигрыш сегодня составляет 20531 тенге. Ақтауға кететін бингоның қоры 1 401 267. Бинго 1 401 267 тенге отправится в Актау. А джекпот?
Увы, не удалось нам сегодня в честь дня рождения телеканала Хабар. Бірақ сонда да 21 саны сәттілік алып келді. Джекпот не болжат екен, қазір көреміз. В полном составе он отправится ровно на неделю до следующего 43-го тиража. По нашим предварительным подсчетам, бинго плюс джекпот следующей игры составит 25 миллионов 600 тысяч тенге. О, 25 миллион 600 мың тенге. Бұл келесі біздің тираждағы джекпот пен бингоны қосқандағы осындай жүлде қоры. Ну а теперь мы поздравляем всех победителей. Енді жұбататын кез келді, ендеше жұбаныш сыйлықтары дәл қазір билеттеріңіздің соңғы екі саны бойынша. Утешительные призы по двум последним цифрам номера билета 10 раз. 7-0 7-0 6-6 6-6 3-1 3-1 9-6 9-6 2-1 2-1 7-6 7-6 1-6 1-6 4-4 4-4 5-7 5-7 8-5 8-5 Жыбаныш сыйлықтарын ұтып алған жеңімпаздарымыздың саны 6729. Әрқайсысы 200 теңгеден алуына болады, немесе билеттерін келесі тиражға ауыстыруына мүмкіндік бар. Количество победителей 6729, а величина приза составляет 200 тенге, либо возможность обменять на билет следующего тиража. Поздравляем всех! Ал енді бір жақсы ән тыңдайтын уақыт келді. Ақылхан Әуелбеков, қарсы алыңыздар. Жанарыңнан жау көремін, қалауыңнан бәрін беремін. Жанды жұбадар жаным дегені. Аққудай боп көрінген едім, қалық ташы көгімде менің. Саған жүректің түрі беремін. Жаным мені өлі бері балдама, сорамын үмітпеші салғана. Ақылхан Әуелбеков, үлкен рахмет, жақсы көңіл күй сыйлады, бір сергіп алдық. Рахмет, біз ойынды жалғастырамыз әрі қарай. Так.
Продолжаем игру. На кону денежные призы 4000 тенге. Для начала разыграем по 4 последним цифрам номер билета 4 раза. 4 мертвый не там, 4 тенге ден. 4 6 без 0. 4 8 5 0. Қалай керемет. 4000, 4 рет, және 4 саны бойынша. 3 8 7 6. 3 8 7 6. 2 4 7 3. 2 4 7 3. 9 3 6 6. 9 3 6 6. 28. Женпаз анықталды бізде. И у нас 28 победителей. Құттықтаймыз. Енді дәл қазір 4-4-5, яғни билеттеріңіздің соңғы 4 саны бойынша 4 мәрте 5000 тенгеден ойнатамыз. На кону 5000 тенге. Играем также по 4 последним цифрам номера билета 4 раза. 4-0-6-2. 4-0-8-2. 2-7-9-1. 2-7-9-1. 7-6-6-5. 7-6-6-5. 7-7-1-5. 7-7-1-5. 25. Женпаз анықталды бізде. У нас 25 выигрышей. Поздравляем всех. Дальше больше. 10 тысяч на кону. Разыграем по 4 последним цифрам номера билета 3 раза. 10 000 тенгеден. Билеттеріңіздің соңғы 4 саны бойынша. 6-3-6-0. 6-3-6-0. 3-0-3-4. 3-0-3-4. 3-8-2-7. 3-8-2-7. Және 15 жеңімпаз анықталды бізде. 15 игроков радуются своему выигрышу в 10 тысяч. Барлығында құттықтаймыз. Да. Жүлдені онан сайын көбейтуді жалғастырамыз. Енді билеттеріңіздің соңғы 4 саны бойынша 15000 тенгеден ойнатамыз. На кону 15000 тенге. Дважды разыграем по 4 последним цифрам номера билета. 8-6-0-5. 8-6-0-5. 8-2-2-8. 8-2-2-8. 9 жеңімпаз анықталды бізде. И у нас 9 выигрышей. Поздравляем еще раз. Енді жаңа жылдық билеттеріңізді сатып алып үлгерген болсаңыздар, ендіше дәл қазір сол бойынша сіздер өздеріңіздің жүлделеріңізді ұтып аласыздар. Мы разыгрываем промежуточные призы по новогодней серии 212. На кону 1000 тенге по 3 последним цифрам номера билета будем играть. Приготовьте билеты новогодние, если вы уже приобрели их. Удачи вам! Готовы? Дай болсаңыздар, бастаймыз. Напоминаю, сейчас в игре только новогодние билеты. Если вы приобретете их заранее, то у вас будет возможность дополнительно выиграть. 6-9-5. У нас есть 9 выигрышей, но мы считаем, что маловато будет. Давайте еще раз. По 3 последним цифрам номера билета разыграем 1000 тенге. Билеттеріңіздің сериясы 212 болу керек. 1000 тенгеден ойнатамыз. 7-2-1. 7-2-1. 20 жеңімпаз анықталды бізде, мінекей. И еще 23 выигрыша, и мы всех поздравляем. Егер де сіздер жедел лотереяларды ұтып алып жүрген болсаңыздар, және одан ұтпай қалған болсаңыздар да, онда сіздерге екінші мүмкіндік беріледі. Ол дәл қазір. Прямо сейчас мы даем второй шанс невыигрышным билетам моментальных лотерей. 4 вида. Сегодня участвуют билеты со штампом сегодняшнего 42-го тиража. Вот вы видите, которые будут принимать участие. Это мультиксы, Тенгеалу, Миллионер на год и казино. Осы 4 лотерея бойынша қазір енді екінші мүмкіндік беріліп, әрғайсына 3000 тенгеден ойнататын боламыз. По полному номеру серии билета мы разыграем 3000 тенге. Алғашқы жеңімпазымыз Қызылордадан, билетінің сериясы 720, ал сандары 3-6-8-2-1-8-5. Серия 723.
номер 3682185. 723 серия – это мультикс выигрывает. Келесі жеңімпазымыз Алматы қаласынан. Сериясы 727, алысандар 244-1004. Выигрышные билеты из Алматы, серия 727, номер 244-1004. Тағы бір жеңімпазымыз Өтеген Батырдан екен, және оның сериясы 723, алысандары 6051229. Очередной выигрышный номер из Утеген Батыра, серия 723, это у нас был мультикс. Ну и еще один промежуточный розыгрыш, да? Тағы бір мәрте ойнаймыз. Нет, это не промежуточно, у нас уже классический стандартный вариант. Дельцовой. В конце каждого тиража мы даем второй шанс невыигрышным билетом. Алматыдан мінекей жеңімпазымыз, сериясы 723, алысандары 1841897. Алматинский билет, серия 723, это мультикс, 1841897, выигрышная комбинация. Келесі жеңімпазымыз, семейден, сериясы 721, алысандары 3703798. Выигрышный билет из семьи, серия 721, это у нас тенге, алло, номер 3703798. Тағы бір жеңімпазымыз Атыраудан, сериясы 721, алысандар 2057699. И еще один тенге, алло, из Атырау, серия 721, номер 2057699. Примите наше поздравление. Енді студиядағы көрермендеріміз асыға күтіп отырған болу керек. Солармен ойынды бастаймыз қолдарындағы тақтайшаларындағы сандар бойынша. Игра с гостями в студии. Приготовьте свои игровые жетоны. Мы желаем удачи вам. Последнюю цифру номера жетона мы разыграли, выпала девятка. Тоғыз сана. Соңында тоғыз болу керек қолдарыңыздағы тақтайшаның. Сонымен 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Қанша жеңіміз барымыз бар екен? О! Екі сыйлықты бірден алып кететін жеңімпаздарымыз бар екен. Келіңіздер, барлығы осы ғой? Да. Ендіше... біздің тағы бір жүлдемізді кім ұтып алады екен, соны анықтайық. Двойка, Рахиля, тетя. О! Двойка выпала. Екі сана, 29. Келіңіз. Сізіма. Сіздерге рахмет. Ну, не зря мы вас поздравляем в прошлый раз. С юбилеем. Я думаю, что это от бинго. Вот так вот вам сверху спустили еще один подарок. Утюг достается. Утюг достается уже вам. Пусть он пока лежит. Берите кубик. Ай, Рахиля, тате, смеляди. Ну, не от меня же зависит. Ал, келеңіз. Это верность. Так, екасана. О, это, по-моему, фотоаппарат. Санда фотоаппарат. Ну вот. Это Женя, Санда фотоаппарат. Этот приз тоже ваш. Будете запечатлевать моменты важные в своей жизни. Спасибо еще раз. Поздравляем вас, Татья. Рахмет. Вот верность. Құрметті достар, бүгінгі мінекей хабардың туған күнінде, 21-ші туған күнінде сіздермен енді ТВ Бингоның 42-ші тиражын аяқтауға рұқсат етіңіздер. Жүлделеріңіздің барлығы құтты болсын дейміз, және келесі жексенбіде кездескенше. Мы поздравляем еще раз всех победителей сегодняшней игры и прощаемся ровно на неделю с вами. А также поздравляем еще раз наш любимый канал с днем рождения, с 21-летием. Успехов и процветания! Құттықтай отырып, әрине хабарға бір жақсы ән сыйлағымыз келеді. Қарсы алыңыздар. Албырт жастық ап қашты, айналаға қаратпай, артта қалды көп күндер, аударылған парақтай.
келер күнге сабақтай, өткен күндер ай, арман ай, жалған ай, қалған ай. Секілді бір таңғарай, жүрек от боп жанған ай, қайт оралып келмейтін өткен. Жүрген күндерді аңсаймыз біз армандай, мөлдір моншақ тамғандай, өткен күндер ай, арман ай, жалған ай, қалған ай. Секілді бір таңғарай, жүрек от боп жанған ай, қайт орала келмейтін өткен күндер. Благодарим стилистов салона «Анжела Мода» за помощь в подборе одежды для ведущей.